Всем привет! Сегодня мы будем делать с вами расклад на ключевые отношения между вами и вашим партнером. И мы будем делать расклад на двух колодах, на Ленорман, Оракул и на картах Таро, всеми излюбленными. И в нашем сегодняшнем гадании, ритуале будет задействован вот такой вот золотой ключик от сердца вашего партнера, неважно мужчина вы или женщина, мы будем сейчас смотреть и все подробно узнавать. То есть это будет символ ключевых событий, ключевых перемен, либо каких-то ключевых важных загадываемых вам партнером мыслей. Действия, то есть что-то очень важное, которое непосредственно уже стоит на вашем пороге и должно в скором времени случиться. Будем смотреть на картах. Открываю первые карты все нелюбимые оракул Ленорман. Проверим, все ли карты вышли из коробочки. Все переворачиваем. У! -у, 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 -у. Смотрите, на дне колоды у нас сердце. То есть это будет непосредственно сердечный расклад на вашего партнера, который вас любит. И это расклад для всех. То есть он общий. Неважно, какого пола вы, вероисповедания и в какой стране вы находитесь. Мы будем сейчас все делать для вас, все рассматривать. Настраивайтесь на вашего партнера, либо на вашу партнершу, если вы мужчина и вы смотрите на свою жену, либо на свою невесту. А если вы девушка, женщина, которая тоже смотрит данный расклад, настраивайтесь на своего мужчину. И мы сейчас все посмотрим. Ключевые события вашей жизни между вами и вашим партнером сердечное отношение отношение любви давайте сначала на картах Таро посмотрим вашу сигнификацию какой вы какая вы и кто пришел к нам на расклад расклад начинается с того что летят стрелы любви и, скорее всего, человек, который смотрит данный расклад, может находиться в отношениях любовного треугольника. Да? У нас здесь тройка меча. Это когда в отношениях присутствует три меча. Вы и еще два партнера, которые замешаны. И вам нужно будет отдохнуть от всего этого. Любовные переживания. И а, также вы находитесь а, в таком вот состоянии неопределенности и подвешенности. А, ваш партнер, ваш любимый человек, женщина, невеста, она а, сейчас находится с разбитым сердцем. И а, между вами есть непонятные недомовки, обиды друг на друга. А, вы а, скреплены, если вы... Например, находитесь по знаку зодиака Овен, Лев, либо Стрелец. Скорее всего, что в ваших отношениях на данный момент есть неопределенность с партнером. Вы находитесь в ограниченном состоянии, в передвижении. Возможно, у вас не хватает средств на существование, на вашу жизнь. И это разбивает вам сердце. Если же вы дама-чаш, то есть энергия воды это кубковая любимая женщина-дама. И по знаку зодиака вы можете быть рыба, рак, либо скорпион, то у вас тоже сейчас происходит в жизни любовный треугольник, любовные переживания. Мужчина замешан в ваших отношениях король меча. И да, здесь показывается любовный треугольник. Две женщины, и один мужчина. Одна из женщин должна будет принять решение и выйти из этих отношений. И, скорее всего, это будет дама жезлов. То есть та, которая по знаку зодиака ⁇ Овен, Лев, либо Стрелец. Она выйдет из этих отношений и таким образом разобьет любовный треугольник. Давайте мы спросим карт Ленорман по поводу этой ситуации. Ключевые моменты ваших отношениях любовный треугольник дама чаш и дама огня у нас выпадает карта я ее не приглашала это карта номер 16 звезды и она говорит о том что эти отношения были даны вам по звезде то есть свыше и вы должны были из этих отношений извлечь уроки и когда вы из этих отношений извлечете уроки и поймете, что от вас конкретно хотела Вселенная, чему бы вы научились, вы сможете снять с себя ограничения и выйти из этих отношений и как бы перевести их на новый этап. Давайте спросим карты Ленорман, ключевые события этих отношений. Кто первый выйдет из любовного треугольника? Кто будет тем, кто разобьет этот замкнутый круг. Домашние дела у вас будут бурлить в вашем доме. Это могут быть ключевые события, такие, например, как э, переводи, перевож... вы переходите на новый формат ваших отношений в вашем доме, либо вы съедетесь со своим партнером, либо вы выедете из дома вашего партнера. Скорее всего, это будут люди, которые уже женаты и связаны узами брака. Женщина будет а, инициатором выхода из отношений. Крысы, потому что есть соперница. А королева Жезлов примет решение, что ей на этой дороге делать нечего. Она превыше всего, всей этой крысиной возни. И она примет решение выйти из этих отношений. Тучи, будет много ссор, будет много скандалов. Мужчина будет хмуриться, но тем не менее сад карта, которая позитивная, она закрывает в данной сигнификации расклад для тех, кто находится в таких вот отношениях, да. Две женщины и один мужчина, одна из них должна будет выйти, принять решение. Будет скандал, мужчина будет очень переживать по этому поводу, не захочет вас отпускать. Тем не менее, если вы примете это решение, вы разобьете этот трехугольник и оставите эту пару face-to-face, -face, да, вместе один на один, вы примете правильное решение вы в обществе сможете встретить для себя совершенно другого человека, который сможет сделать вас счастливой. Вот такая вот у нас с вами выпала сигнификация. Если вы узнаете себя и чувствуете, что резонирует, давайте продолжать с вами расклад. Я перемешиваю карты, и пока мест я готовлю колоду, хочу поблагодарить вас, мои любимые, дорогие гости канала, друзья, подписчики, за то, что вы заходите, меня не забываете, ставите ваши лайки, оставляете ваши комментарии, большое вам спасибо. Пожалуйста, не пропускайте рекламу, смотрите рекламу. Таким образом, вы делаете а, мне на языке YouTube оплату. Спасибо. Так как реклама стоит денег и коммерчески э, все эти рекламы проплачиваются. И когда вы их смотрите, они непосредственно связаны на моем канале со мной. Я получаю от вас таким образом денежный взнос как Спасибо. А также на YouTube есть такая функция сердечко вместе с долларовым значком, который называется Thanks. Спасибо. Там можно будет внести донат. Купить мне чашечку кофе, чая, хотя бы один раз в месяц, 2 доллара, 5 долларов, ну если не жалко, 10. Но это не обязательно. Но я буду очень благодарна, если вы таким образом меня поблагодарите. Давайте смотреть, я буду делать расклад. Здесь три карты, а потом на Ленорман здесь три карты. Итак, ключевые события с вашим партнером. Чего ждать? в ближайшее время. Что будет происходить? Ключевые события с вашим партнером. И прошлое с вашим партнером, либо партнершей. Карта 2, карта совет. Здесь вверх. Это по этой колоде. Теперь мы будем с вами смотреть карту Ленорман. Ключевые события. Это весной у вас и у вашего партнера. Подумайте о нем или о ней, и мы будем смотреть. Карта не приглашала, выпадает сама партнерша, либо партнер. Прекрасен, как букет. И вам очень нравится запах ее волос, либо ее парфюм, который она наносит. Если вы мужчина, то вы очень привлекательный, симпатичный. И ей нравится вас, ваша внешность. Так, будем сейчас смотреть. Три карты сюда. Ключевые события вашего партнера прошлого карта совет две карты сюда вверх и будем смотреть непосредственно уже для вас сам расклад начинаем мы сверху так как мы делали выкладку с вами сверху и переворачиваем карты девочки и мальчики выпадает принц мечей, то есть по знаку зодиака это может быть воздушный человек, то есть Водолей, Весы либо Близнецы. Если у вас уже есть партнерша, то вы не собираетесь ее отпускать из своей жизни, и вы, конечно, бы хотели бы продолжить эти отношения, так как для вас она прекрасна. Вы готовы за нее сражаться и ваш конь храпит, чтобы бросаться в атаку ради ее сердца и руки. А тройка чаш могут снова напрашиваться, о боже, и тройка меча. Ну, здесь однозначно, здесь однозначно ситуация любовный трехугольник, понимаете? Тут тройка чаш и тройка мечей. Все говорит о том, что человек, принц меча, мечтает о женщине, которая не свободна. Она, возможно, уже находится в отношениях по девятке пентаклей и проживает в другой семье. У нее есть мужчина, который тоже ее любит. И а, а такой, как она, он мечтал всю свою жизнь, и он, возможно, уже состоит с ней в брачных отношениях. И эти отношения рыцарю меча разбивают сердце. Но у него живет любовь. Он не собирается выходить из этих отношений. И э, мужчина, который находится в брачных отношениях с этой э, дамой, он тоже не собирается выходить из э, брачных уз, которые их скрепляют. И она не собирается отпускать ни, одно, ни, того, ни этого мужчину, ни этого мужчину. И получается так, что у нас создается троица, замкнутый круг. Но рыцарь меча, он собирается сражаться, и он не будет сдаваться, потому что девятка пентаклей, девушка, которая живет в его образе, он ее любит под тузу чаш. Да, у него сердце кровоточит, ему больно, он страдает, он бывает ночами не спит, плохо ест, кстати, и у него могут быть часто головные боли. Но именно эта дама, она является женщиной, девушкой его мечты. И он не собирается с нею делиться и, либо ее отпускать. Она является его сокровищем по а, четверке Пентаклей. И он хочет с ней впоследствии продолжать отношения. Но мужчина жадина. Мужчина а, эгоист. И он такой бы, что, знаете, вот взял бы вас, вот, закрыл бы и никому не показывал, и при принадлежали только ему. А такой, как вы, если вы дама, он мечтает. Может, даже в каком-то роде он вас идеализирует. То есть... Вы, может быть, такой даже и не являетесь, а он приписывает вам качества, которых на самом-то деле и нет. Но он о вас очень хорошего мнения. Он знает о вашем семейном статусе, он, кстати, тоже не свободный. Возможно, он женат на своей работе, либо у мужчины могут быть дела, которые его держат от вас. И между вами, вот таким вот образом, создается любовный треугольник. То есть здесь у некоторых может еще ситуация срезонировать так, что это вы, ваш мужчина и его жена, женитьба на работе, да, на его делах и он может эти дела ставить превыше вас. Но, тем не менее, вы находитесь с ним на одной линии, вот здесь вот по раскладу. То есть это говорится уже о том, что для вас, вы для него все таки являетесь человеком важным. И по вам он, конечно, скучает, если вы в разлуке, он не хотел бы вас с кем-либо делить. Здесь у нас выпадает две карты, карта «Совет». Он хочет Прийти к вам с не, пу... с не с пустыми руками. По королю Пентаклей он хочет получить эм, влияние в своем социальном округе и в... со своем социальном статусе. Он хочет добиться эм, результатов, и на данный момент он по пажу Жезлов находится в энергии поиска ресурсов, активности, энергии, чтобы потом впоследствии приявиться. Но этот мужчина хочет прийти к вам как уже состоявшийся король Пентаклей. То есть человек, который приземленный, он материалист, он очень практичный, он хочет взять на себя ответственность за вас. И он хочет доказать, что он мужчина, и он умеет зарабатывать. Все это делает он ради того, чтобы завоевать ваше расположение. Он впоследствии попросит ваше руку и сердце. Вот так. Теперь давайте смотреть, что будут говорить нам Ленорман. Переворачиваем карты. Ключевые события вас и вашего партнера. Ну, партнер к вам очень сексуально настроен по плеткам, по картам плетки. Много работы и очень долгое время он вынужденно работал, либо она, и не было отдыха. Ему нужен отдых. Снова у нас выпадает ключ. Да, события такие конкретно ключевые. Видите, здесь у нас ключ, и здесь ключ. Это человек в вашей жизни ключевой. Он вам нравится, вы нравитесь ему, у вас обоюдное притяжение, вы химически друг другу подходите. Я имею в виду в плане близости, в плане постели. То есть вы будете друг другу очень подходить и взаимно друг друга дополнять. Кстати, на работе мужчина работает много, и эта работа у него связана непосредственно с тем, что она переходила по наследству, то есть это родовая такая вот занятость у него. То есть, например, дедушка этим занимался, отец этим занимался, и теперь он этим занимается. Ключ. Он знает, как открыть двери там, где, например, другие не могут найти, подобрать ключ к этому замку. Он собирается на этой работе долго работать. То есть он хочет добиться какого-то а, высокого статуса, высокого положения. А, ну и он также хочет вам нравиться. У нас выпадает карта Кольцо, карта Луна и карта Книга. Ну это человек вам по судьбе, этот партнер. А, ключевой человек. Он уже вписал вас в книгу своей судьбы. Либо она уже вписала вас мужчину в книгу своей судьбы. И видите, тут какие карты интересные выпадают. Здесь кольцо. Кольцо ⁇ это повторяющееся движение, когда мы идем по кругу. А также, когда мужчина дарит женщине кольцо, а женщина дарит мужчине кольцо, это говорит о том, что они дают обещание повторяющихся движений, обещание верности, обещание любви, обещание заботы друг о друге. И это книга, то есть кольцо и книга – это свидетельство о браке. Почему Луна? Потому что очень эмоциональная, то есть оба партнера могут переживать эмоциональность в этом союзе, который, возможно, еще не наступил. Но, тем не менее, это все назревает. Примечательно тоже то, что здесь у нас встречаются повторяющиеся цифры: 25, 32 и 26. Очень даже интересно. Еще у нас встречаются цифры, которые тоже повторяют друг друга. Это 11 и 33. Возможно, мы ведем даже речь о близнецовом пламени, то есть инь и янь. Он и она. Она плетки, он ключ, да, который он может подобрать к замку. Но человек готов вступить в серьезные отношения с вами. И это будет на долгие годы. Карта Лилии говорит о том, что это будет на долгие годы. По дереву и кольцу вы породнитесь. И это будут ключевые, знаменосные события в вашей жизни. Так уготовила вам а, книга Акаши. Там человек пишет судьбу. Совет. Остерегайтесь, крыс! Понимаете? Здесь у нас снова попадает карта крысы и собака отворачивается от крыс, что говорится о том, что не слушайте, что вам говорят лживые друзья, которые притворяются вам друзьями. На самом деле они такими не являются. Вот. Если вы слышите сладкие речи, то знаете, что это горький мед. Потому что в данном раскладе вот этот вот говорит о том, что не нужны вам притворные друзья в вашем окружении. Поэтому будьте осторожны в вашем обществе, с кем вы общаетесь. Вот. Есть много лицемеров и людей, которые могут быть как бы вашими друзьями, а на самом деле они вам не друзья. На мой взгляд, расклад получился мощный, очень даже хороший, Потому что здесь у нас и ключ, здесь у нас и букет. Как скоро предстоит встреча у вас с загаданным человеком? Семь. Это может быть через семь дней, если мы будем разбирать временные сутки. Либо это может быть даже семь часов. Да, либо даже 7 месяцев, если вы далеко друг от друга. Тем не менее, это будет обдуманное решение, правильное, мудрое принятие решений, и оно будет не поспешным. Возможно, это может быть даже в конце недели, на седьмой день недели, то есть в воскресенье. Может у кого-то проиграться и так. Вот такой вот у нас сегодня с вами получился расклад. Если вам резонирует, пожалуйста, пишите ваши комментарии. Будет, конечно же, интересно послушать, у кого как это все проигралось. Ну а я со своей стороны желаю вам всего самого наилучшего, счастья вам, здоровья и процветания. И мы с вами будем видеться на моих остальных раскладах. Пока-пока!